Это совершенно уникальный и опыт, который невозможно предвосхитить. Я думаю, что этот опыт ведет в первую очередь к знакомству с самим собой. То есть там, в состоянии измененного сознания, в состоянии тотальной тьмы, которая уже становится неким особым пространством, в котором зрителю и актерам, которые вот пребывают, собственно, в этом пространстве единовременно, предстоит что-то обнаружить. Что они там обнаружат? Испугаются ли они того, что обнаружат? Это мы знать не можем. Я думаю, что это опыт для отважных. Мне очень интересно было это просуществовать. Я, в общем-то, ради эксперимента над тем, чего я не знаю, это и сделал.